что ж, друзья, всем привет! Заканчивается наша вступительная заставочка, наш небольшой рекламный ролик, и мы с вами возвращаемся к просмотру финалов серии Asus Summer Open Season. Это открытый чемпионат, в котором имеет право принять участие каждый, только не те команды, которые уже взяли квоты на финальную схватку, которая пройдет в конце этого года. Ну что ж, финал Z Nation, давайте от слов к делу сразу перейдем, потому что пацаны вот готовы разрывать друг друга сейчас в клочья. Бикрип уж точно. Z Nation также. Бикрип. Красивый полуфинал против команды LPG TT. Ну, вот последняя карта, конечно, закончилась нормальненько. Так, неплохо. За ними, ну, наверное, они имеют сейчас какой-то моральный подъем, может быть, эмоциональная встряска для них, но она в любом случае полезна. Z Nation имели возможность пронаблюдать за игрой на карте Metown, за игрой команды Bcrip на карте Metown, пока они сражались, опять же, против LPG. Ну, сейчас посмотрим, чем дело закончится, как оно начнется, что самое главное, потому что Bcrip в атаке, и береги противник с раку. Вот что-то вроде этого. Зак, сразу первый минус, отлично, минус Ваня, Ваню зашибают, Панда будет играть в качестве запирающего ЦКФ теперь, естественно. Ну, не получилось сыграть 5-5 в начале. Гидр дает размен по Парамору. Панда забрасывается кафе, играет стяжку на бету. На бете у нас Тушкан, который уже вовсю нашивает свина. Вход, опять же, на вход на бухло, прошивает ширму. Матео занимает длину лол, проходит сейчас в упор. У нас вылезает сообщение из твитдека, прикольное. Забыл отключить нотификацию, но ничего страшного. Сегодня в Киеве, в спортбаре арены будет трансляция за International 2. Приходите. 3 в 3 в итоге после размена. Ну вот после размена сейчас панду надо выкуривать. Как... Если панду выкурят, да-да-да, все, панду сбрили по сути. То есть он уже здесь не сможет постреляться нормально. И нужен человек, кто же, а кто? Стоп, погодите, а что? ГГББ! Ему надо с ЦК, ему надо с ЦК. Кстати, кто такой ГГББ, я вообще без понятия. Вот, кстати, возможно, скоро мы перейдем на систему фамилии и за смену ника еще будем наказывать. Вот что же за такие лолы-то у Бикрип вообще получаются? Какая-то сверхзамена произошла. Ладно, здесь в итоге серия размена. И, как видим, Гидра. Панда садится дефюзить бомбу. Гидра дает последний минус. Начинает бросать еще гранаты. И тут у нас выход из боя. Походу крэш. 1-0 в пользу Z Nation. Крэш у кого? Надо спросить. А, Z Nation ГГББ. Я спрашиваю просто, кто это? Рокко. Это Рокко. Так, Парамор вернулся обратно. Я нажму кнопку «Готов». Гоу, все-таки это Рок. Я вообще просто удивился, как можно было взять и сменить ник. Вот, ну, нельзя, что ли, просто так вот взять и отыграть под своим ником? Это беда. Ладно, все. Нажмем готов. Да нет, друзья, я не злюсь, не психую. Просто расклад здесь в том, что хочется, чтобы вы обладали, да, такой же информацией, как и я. То есть... А по сути, вы получаете информацию от меня. А расклад здесь такой, что заходит чувак вообще с каким-то другим ником, и кто это? И я не могу понять, кто это. Как бы, ну, вот за такое на самом деле могут просто замашнить. Вообще в легкую. Вот. Так, у The Nation тоже краш. Вообще просто фантастика какая-то. Просто фантастика. И об этом срочно надо написать мне в скайп, как я понимаю. Потому что ведь это краш. Обязательно об этом мне надо срочно сообщить. Жесть. Такс. Плюс 3, минус 3. Так, надо написать. Так, у нас здесь типа отчет начинается уже, да? Я готов к игре. Все, возвращаемся обратно. Point blank. А, все готовы к игре, погнали. Эх, ну что, после первого раунда мы все вылетели дружно с сервера. Ну и, как видим, сейчас мы с вами будем смотреть уже продолжение этой схватки. Счет 1-0 в пользу Z Nation пока что на этой карте. Ну, первое очко, в принципе, финала будет разыгрываться между ними. Продолжаться. И пока что Bcrip, ну, себя особо сильно не показали. Z Nation ГГББ — это такой троллинг от Рокко.
как я мог понять. На самом деле это не спортивное поведение вообще вот в плане, да, нельзя так с соперником относиться. Соперника надо уважать всегда. Если вы выигрываете соперника, при этом троллите его, да, там, или соперник сильнее вас, но вы его продолжаете троллить, вы выглядите очень смешно на этом фоне. То есть, ну, если вам, конечно, там 18 лет, вам прикольно. Если вам там 20 лет, вам реально прикольно, когда против вас играют чуваки, которым там 23-24 года, они смотрят вот на этот вот ник, они вас начинают читать просто за дауна. При том, что реально, ну, так может... Ну, реально объективно. Как бы, ну, какой человек в нормальном там состоянии, да, умственном, может такое вот вытворять? Так что минус один здесь Рока за такой расклад. Но, тем не менее, команда его сильная, и они пробивают бету, но неудачно. Вот с ЦК также забрал Парамор. Они должны были, в принципе, тут выйти вместе и занять окно. В ЦК Парамор разыграл. 1-1 против Гидра остается, 22 хп. Ну, Гидра здесь... Ну, Гидра очень опытный. Это один из самых опытных игроков вообще на всем СНГ-пространстве в Point Blank. И, возможно, он даже здесь просто покажет, как надо разыгрывать. Ну, а Парамор пока что выхалживается в ЦКФ. Гидра в этот момент времени дар не теряет, также заходит в ЦКФ, понимает, что это не альфа. О, естественно, отойдет. Нет, готовит гранату. К входу чекает вино, на вине никого. И Парамор сейчас может открыться на Гидра. Да, вот, пошла перестрелка. Не попадает Парамор с первого раза. Ну, и Гидра его, естественно, без проблем добивает. Ну, я ставлю вообще на быстрый финал от команды Z Nation. О, потому что... Ну, на миде они выиграют. Вторая карта будет ДЦ. Там, конечно, Бигрип поборется, но... Z Nation на ДЦ будут намного сильнее. И МХО. Как видим, Рокский с Z1 вышел из игры. Зашел, побегал, вышел. Так, здесь готовится, походу, сейчас врыв в ЦКФ. Давайте посмотрим сейчас от панды. Так, панда, фазум, питон. Минусует с питона, а то этот гранат. Тому должны были сейчас помогать простреливать. В итоге ЦКФ сгоняет, Рок открывает вино. Минусует тушка, отходит к своим тиммейтам. Идет перегруппировка, и сейчас будут пытаться от респа отстрелиться, будут ждать аркады. В итоге вылетает первое дымление от защиты и от атаки также. О, изоляция дана. The Nation выигрывает сейчас на самом деле немного времени, как бы в плане того, что они могут занять более агрессивные позиции. Ну вот как панда, например, да, выходит, его никто не видел в этом дыму. Он прошел спокойно, забирает лола, которого оставили отрезать. Тиммейты тем временем того же лола пытаются, тот же Рока пытался сейчас открыться на вине, но ничего из этого хорошего не вышло. И... Только минус один он принес своей команде, но в ситуации он остался 1-2, при том, что против двух, грубо говоря, сильных игроков коллектива. Ну вот Энк плюс панда, как бы, и панда здесь дострейфился против Рока. Рока уходит быстренько на А. Но тут он уже сразу будет ставить бомбу, ему не имеет смысла здесь что-то придумывать, изобретать велосипед. Как бы, зачем это надо, когда можно просто поставить бомбу и разыграть от нее. При том, что удобно. Тенгу сейчас, наверное, должен Гидра, либо Панда, либо Тушкану что-то подсказать, потому что он в такой ситуации. Ну, как видим, да, он надеялся на то, что соперник попытается сыграть по-хитрому, но вот прямолинейные действия привели к тому, что потеряет Тенг немножко по времени, но в целом на длину он подойдет вовремя. Вот сейчас он должен был услышать то, что чувак в пленте. По сути, как бы, посмотрите, куда смотрит Рокка, да. Рокка ждал его с ЦКФ, ждал его с КТ-респауна, потому что ранней длины не было. Из-за того, что Энк проиграл немножко времени, это даже сработало ему, как видим, на руку. Ну вот он еще решил здесь посидеть, подумать. А, он посмотрел с позиции, видно или нет здесь длину, походу, да. Потому что он сам не ожидал, что сможет так удачно зайти. Ну и в итоге 3-0 плюс Z Nation. Быстрый набор раундов, видимо, хотят устроить для себя ЗНы. Ну, вот такая команда, как Z Nation, 100% перед финалом отыграла как минимум игры 3-4 с теми же Роксами, либо с каким-нибудь сильным топовым миксом, там, состоящим из игроков Рокс и других чуваков. Вполне обыденная ситуация. В итоге идет прокид длинный, проход подлиннее. Панда бросает гранату на даль, и панда... Вот панда здесь, как видим, весь в дыму, бедняжка, но в целом он здесь должен с винтовки попадать. В итоге это фейк-атака длины. Все основное действие разворачивается в ЦКФ. Матео единственный вот на длине остался, кто пытался там поспрейться, постреляться. В итоге его взорвали вообще пробросом от стенки. Его тиммейт, кстати, не прикрыл. Это вот огромная ошибка. И тут интересный раз. Посмотрите, баг дыма. Попадает он сейчас. Попадает панда по сопернику. Ну, вот надо здесь питона попасть одну пулю. Но он... Ну, какой питон, панде, а? Панда рожден был для снайперских винтовок. В итоге, как видим... Вот самого ключевого игрока команды Бикрип при этой атаке он и закрыл. Ну и Парамору ничего не осталось, как отсидеться в кассе. Как видим, он прячется. О, пытается что-то показать на стрельбе. Но слишком много игроков дефенса осталось в живых. Тем более, что его тут должны были еще с Б запирать. Кстати, на Б-то там что? А, на Б у нас Тушкан. Ну вот посмотрите, такой расклад. Тушкан открылся и...
Да-да-да, ушел с опасной позиции, дал гранату, в итоге изолировал зонты. Парамор его пытается как-то выждать с окна. По-моему, Парамор просто сейчас плюшку получит. Да, вот она, плюшка. Кстати, видели, вот с какой задержкой Тушкан стал стрелять? Тема в том, что у Парамора там Тушкан, походу, раньше появился, как бы. Вот пинг, опять же пинг. Ну, я еще также говорил, что Бикрип могут побороться за Z-Nation, но вот я считаю, что на этой карте вряд ли. Просто... Z-Nation это, во-первых, та команда, которая, если эта команда начинает играть за защиту, да, на метауне, то они просто преимущество из рук не выпустят сразу. Они попытаются просто разорвать его соперника, сожрать его на завтрак, там, не знаю. А вот на второй карте, которая здесь будет DC, шансов побороться у Бикрип будет побольше, потому что они на ней все-таки разыграли весьма жесткий полуфинал. Но с учетом того, что Бикрип это не команда WoW, которую мы видели в сезоне SLTV Star Series, это совсем сейчас другая команда, и сложно сказать об их сыгранности что-то, вот если сравнивать с Z-Nation с тем же. Хотя у Z-Nation тоже были замены, но костяк как бы, да, костяк жесткий у них остался. Пока что минус панда, убрали его в арка, и Тушкан забирает в этот момент вино. Ну и Зак остался здесь не при делах, грубо говоря. 1-3, как бы второй раунд подряд. Z-Nation выбивают практически все, не знаю, все силы без своих соперников. Но вот у спортсменов и киберспортсменов в том числе есть такая штука, как второе дыхание. И сейчас Бикрипом оно необходимо. Его нужно проявить, нужно заново раскрыться, сыграть какой-нибудь супер сверхний стандартный раунд в стиле 5 бухло, либо 5 ЦКФ, да, пропушить там до курятника, забрать СКТ, а тут уже, ой, с респа. Тушкан поджал, все, тут без шансов. Вот никто не спасется. Да, Тушкан здесь просто наказал. 4-0. 4-0, и пока. Пока что все хорошо. Странно, что вот на табло уже счет стоял. Я либо где-то ошибся, либо случайно нажал плюс один. Ну, добывает. Так, тем временем у нас товарищ Иван на ЦКФ ищет приключений практически сразу же, но в ответ ему никто ничего не смог предложить. Опять же, отсутствие снайпера на центре — это большой-большой косяк. А вот если ближний резко с курятника и у снайпера ближний, то можно было бы курятник, в принципе, убивать спокойно. Как бы изолировать его и на ЦКФ делать первый минус. Но до этого не доходит. Вот, пошли здесь какие-то гранаты уже интересные. Да-да-да-да-да, как раз на ступеньки. Видите, как вот эта граната прогнала просто сразу двух игроков. При том, что их там накоцали изрядно неплохо. Но Рока будет продолжать халдить, а Ваня получает тем временем пулю в голову. Логичная пуля. Постпрострел. И три игрока выдвигаются у атаки на мино. В этот момент должно создаваться давление где-то еще на карте. Да, это длина. Лол, минус энг. Все. Вот теперь 5-2. И здесь спасет только чудо Z-Nation. И это чудо называется, наверное, Тушкан. Вот красивый минус против Матео ловит. Сразу же в голову дает. Минус 2. Ситуация 3-2. Можно играть, но убирают панду. В итоге 3-1. Тушкана пытаются забирать. СКФ, пуш Лола. И 4-1 счет. Но это только начало для Бикрип. Чтобы здесь выбить себе какой-то минимум, надо... Ну, чтобы во второй половине играть нормально, надо иметь какой-то там минимум узовый, да, хотя бы 3-4 раунда. И пока вот процентов 30 они сделали, если брать за дефолт троечку. Ну, даже 40, да, скажем, 40% у них есть. Мне теперь нужно еще по 20-очке добить, чтобы было вообще все четко. Лучше по 30-очке, грубо говоря, и все будет здорово. Так, гранаты полетели на дверь. В итоге выход длина. Изолировать пытаются сразу панду. Энк раскидывает дым. Раскидывает гранату под БТР. В итоге начинает простреливать сразу же. Ну вот он даже просто не ждет здесь соперников, которые, кстати, в ответку взяли и отошли обратно на респаун. Стягиваются на вино. Панда минусует Лол тем временем. Длину закрыли. И врыв на вино. Тушкан. Где же ты, Тушкан? Тушкан у нас с плунта, как видим. Да, он будет играть против Парамора и Рока. Увидел первого игрока. Стал стреляться только со вторым. В итоге Парамор его запер. Они там сыграли в двойной стрейф, поменялись позициями и... Рока вышел, тем не менее, последний в этом звене. Но все равно они попали в такую ситуацию, когда сложно предугадать, где находится соперник. Гидра пока уверенно играет, как видим. Атокан минус от панды. Это длина и 2 в 3. Ну вот можно поставить бомбу, в принципе, сейчас Рока. Но они, ну, посмотрите, вот пытаются сыграть на Матео. Если Матео сейчас здесь делает первый минус, он может дать еще минус 2, отспрейвается от входа ЦК от респа. В итоге в упоре у него есть игрок защиты. Его тоже бреют вместе с Рокко без бомбы. И это хороший результат. А вот Энга третьего здесь увидеть не ожидали. В итоге он убивает первого. Видит плент. Игра против плента. 23 хп против 100. Рокко преимущество. И Рокко здесь забирает. 4-2. Будет сложно. Будет сложно Z-Nation. Намекают сейчас ярко Бикрип на то, что просто так сдаваться не собираются. Ну, все-таки игра за первое место и 40 тысяч рублей. Это значимо.
Так, 40 косарей упадет. И можно будет... Панда сможет купить себе сотовый телефон, между прочим, на эти деньги. Так что я буду болеть за Z-Nation, без обид, ребят. Но у Панды нет сотового телефона. Если кто не знал. Тема такая, что на лан-финале я его пытался найти. Короче, а у него нет сотового телефона. Он куда-то пропал, и все. И Панды не было, и... Была беда. Так что деньги Панде нужны на сотовый. Давайте болеть за Z-Nation. Панда, go-go! Хотя, может быть, он уже приобрел себе телефон, но я думаю... Какой-нибудь планшет бюджетный в подарок будет не лишним. Кстати, аркада от Тускана на респаун, и это минус один, 3 хп, он свободно уходит, еще отбрасывает после этого дым. И бикрипы на этот раз заперты. Ну, в общем, стиль игры Z-Nation. Игра спокойная по позициям, как бы без рывков в аркаду. Видна хорошая координация здесь против команды бикрип. Вот тут что-то про Тускана написали. Эли Б. Бахалар Блэд. Господи. Эти кими, герими. Тут что-то, по-моему, про гранаты пишут. Типа, что гранат с респа влетает. Ладно. Тушкан сейчас будет закрывать последнего лола. Там 11 хп. И, как видим, Тушкан, да, с тремя хелсами, в принципе, справился с этой ситуацией. 5-2. Ну, терпение. Терпение, друзья, и только терпение решает в таких моментах. Вот когда у вас там пару хп, вы стоите на позиции, вам ее никогда нельзя отдавать. Вот Тушкан сейчас ярко показал, что свою позицию он не отдал и сыграл на максимум своих возможностей. Уверенно. Так, ГГББ, Рока, до свидания. Вот в него там влетел проброс. Кто не видел, он там стоял, стрелялся. В итоге закончилось это все печально для него. Ситуация моментально развернулась 5-3. Бикрип даже просто не дали открыться с респа до длины, даже не дали сыграть с ЦК. Но, тем не менее, они смогли выбить с Энга маску. Но вот у Энга там есть на размене потрясающий игрок, как Иван. И этот Иван может сейчас раздать, как надо. Дается промор убить панду тем временем. Но это, в принципе, не решает в этой ситуации. Потому что этот минус... Ну, этот минус реально ничего не дает. Длина не занята, вино не занято. Промор просто бегает на чек. Надо выходить хотя бы на ЦКФ, чтобы, ну, иметь какую-то, не знаю, отдачу. И да, удается убить ЦКФ. Ситуация меняется. 3 в 3. Сейчас все шансы имеют бикрип на то, что пройти. Не везет немножко Матео. Его забирает Иван. И Парамор будет выходить на размен на Ивана. Но Иван сидит, играет в чек за кассы. Посмотрите, как аккуратно он уходит. Вот он сразу меняет позицию. Потому что понимает, что если не убьет, у него еще должен остаться шанс хотя бы отойти. Остается за кофеваркой. В итоге оп-оп-оп-оп. Все, его зачекал Парамор. Тот отошел. Ну, понимает Парамор, что его чекает. И Иван... Вот у Ивана есть шанс, на самом деле, забежать. Да, все, Парамор уходит на респаун, убегает на вино. На вине у нас там гидра, 15 хп. Парамор, на самом деле, может развернуть. Если он сейчас убьет гидру на Б, то, по сути, он может успеть пойти поставить бомбу. Ну, вот гидра, парень, не из робких, поэтому... Опачки! Минус гидра, Энг бежит. Парамор, плен, 9 хп, Иван. Это минус Иван в окне, скорее всего. Пока непонятно. Парамор ставит бомбу, при том, что в закрытую. Вот ему не чекают сейчас выход с центра. Выхода с центра нету, да, и ему предстоит здесь сидеть в углу. Вообще, ему надо на два фронта работать, он это понимает, понимает, что в окне никого нет. А где же у нас там Иван? А, Иван уже вообще в упоре, лол, минус от Парамора один есть. Иван, посмотрите, как играет вообще втихаря. Вот это жесть, ой-ой-ой, какая каска, просто потрясающе, Ваня, а? От души, вот повеселился чувак, сразу видно повеселился. Пока, значит, там играли в чек. Так, тут у нас что-то произошло, и я не понимаю вообще, что тут происходит. То ли крэш, то ли что-то еще. Так, то ли я где-то со счетом ошибся. Так, значит, счет. Где-то я завтыкал со счетом, стоп. А, тут, сори, друзья. Короче, сейчас, одну секунду, вот я найду эту семерку, да, вот она. Я не успел просто поставить раунд последний. Я думал то, что краш, потому что они стали выходить сразу после дефьюза, как бы обычно ждут там до последнего момента, до эпичного. Ладно, но тем не менее 7-2, первая половина в пользу команды Z-Nation. Нам нужно всего лишь 3 раунда для первого матчпоинта, и это нормально. Так, Иван, 6, ну тут вот все жесткие. Вот, кстати, скин очень четкий. Такие тут банки красивые. Но квадратная. Погнали, вторая половина финала. Финальной карты первой. И 7-2. Ну, это на самом деле просто обыденный случай, наверное, для команды Z-Nation. Не более того.
Ну, мне так кажется. Я вообще не хочу ни на что намекать. Ни на слабость чью-то, просто, я думаю, счет. Ну, посмотрите, как Затенсин играет. Они сразу заходят в ЦК, не знают, что они хотят от раунда. Минусуют панда по размену, при том, что они остаются только против парня в плинте, который как бы там долго не присидит вообще от респауна, но никак. У них есть шанс поставить бомбу, и они еще имеют все возможности для того, чтобы законтролировать выход с кафе игроков защиты. Вот он же Гидра, да, посмотрите, прошел. Но Гидра здесь выгоднее стоять на длине. Все, он сгоняет ЦК, закидывает ЦК гранатой. А с длины никто, посмотрите, не бежит у Бикрипа. Это ошибка, Лол идет, но это поздняя длина. Так, Зак минус Тушкан. Нет, шансы есть, если сейчас Гидра не развернет. Так, ЦК. Все, сейчас минус Гидра будет просто с длины. И минус от Рока с КТ. Поздний заход просто от респа. Гидра надо было бежать на длину и обходить с кафе, в принципе, что встать впритык к Лолу. Но вот этого не произошло. Счет становится 7-3. Один раунд Бикрип отбивают. Миссия успешна. Все-таки, ну, не все так плохо, да, могут еще не попытаться здесь дать какой-то камбэк. Если дадут, то мои, в принципе, догадки окажутся не только догадками. Но в любом случае, как бы с Бигрипами играть сложно, даже такой команде, как Z-Nation, потому что, во-первых, пинг, во-вторых, парни из Азербайджана реально голодные. Такое ощущение, что у них там, наверное, какое-то, знаете, национальное соревнование в Баку происходит. Надрать задницу, там, не знаю, россиянам в поинт-бланке, вот, например, да. Такой прикол, потому что в свое время команда WoW разорвала команду Z-Nation на Midtown. Кто не помнит, это было на SLTV Star Series, на... опять же, в онлайн-часть это все проходило, но матч был важный, это был матч недели, его надо было выигрывать, было много народу, много зрителей за ним наблюдало, и закончилось это все дело достаточно печально. Ладненько, ну, несмотря на это, здесь продолжается... В принципе, серия неравных разменов. Вот Ивану удается выцепить Зака, который зажал вместо того, чтобы убивать. И не удалось Z-Nation 2 в 1 разыграть против Парамора. Беспощадно он просто наказал. 7-4. Еще одно очко в пользу Бикрип. Посмотрим, как Z-Nation этот раз будут атаковать. У них есть респаун, на самом деле, неплохой по длину. Они тут сразу выходят. Да-да-да-да-да. Они, кстати, тоже в ответку на прокид попадают. Вот Бикрип грамотно делает то, что сразу же дают с респауна дымы. И этим самым не дают панде стрелять. То есть панда не может выцепить, например, со снайперской винтовки выходящего вот сюда чувака или проходящего вот за эту кассу. И без первого минуса в ЦКФ, конечно, играть сложно. Но выход нашелся, да? Забрали Матео. И будут пытаться... наверстывать упущенное. Так, сейчас посмотрим, как Тушкан сыграет. Ну, Тушкан просто бог. Бог полета. Взлетел, убил, минус лол. 5 в 3, ЦКФ у Бикрип заперто. Вот ЦКФ здесь ни при каких раскладах отдавать сейчас нельзя, но начинают по одному умирать от Тушкана. Беда. Единственное преимущество в этом раунде оставалось только вот, опять же, из-за ЦКшки. Если бы было что бросить, то они могли бы принять длину. Но не получилось. Не получилось этого сделать. В итоге панда минусует Рока. Ну, просто такой ГГББ, я не слышал. Ну, и здесь очередной раунд в пользу команды Z-Nation. Ну, как очередной? Не очередной, восьмой. Всего лишь восьмой, первый раунд во второй половине. Не будем принижать достоинство Бикрип, потому что они все-таки как-никак стараются играть в камбэк. Он им нужен. Вот, посмотрите, Z-Nation выкупили то, что там будет влетать у Бикрип стабильная граната, и решили сразу просто поливать с прием этот проход, чтобы не дать ее кинуть. Сейчас попытка разменять Матео от Ивана. Он, кстати, агрессивно сыграл достаточно. Ну, как агрессивно, он сыграл грамотно. Сейчас прикольный дым на Ване вообще лег. Ваня мог здесь сейчас погибнуть. Панда прошел до БТРа, и там, по-моему, убеждение. Да-да-да, панда уже заходит с Саугом сразу. Против внимания не играет он сейчас со снайперской винтовкой. Если на серию размен играет против Альфы. Но вот Парамора с Лолом они не ожидали здесь так быстро увидеть. На стяжке с ЦКФ, в итоге запер тэнк, его пытаются отпушить, отжать, 49 кп, но против такой кучи игроков тут просто не выстоять. Позиции не позволяет здесь стреляться нормально, счет становится 8-5, еще одно очко Бикрип отбивает, 3 раунда их отделяет от ничьи с командой Z-Nation, а Z-Nation от ничьи в матче отделяет одно лишь очко, которое они готовы взять прямо сейчас. Так, пуш ДЛ, по-моему, от Вани снова. Один, нет, идет один, Матео минус Гидра, найс, вот бреют респ вообще стабильно, не дают там от мусорки стреляться с длиной. Иван, конечно, прошел, но это не решит, Тушкана задымили тупо на вине, он там не может найти выход из ситуации. Тем временем Мэнк разрабатывает Зака на ЦКФ, но его сразу же минусуют. Предсказуемая смерть Ивана, кстати, под Альфой, потому что играл он без прикрытия и пытался нащупать какие-то... слабости в упоре, но там не то, что слабости не оказалось, там ни одного игрока в упоре не стояло, везде закрытые позиции, а Тушкана последнего просто взяли и зааркадили. Это уже 8-6, и, по-моему, пора Z-Nation проснуться и собраться, за мать Россию пора раздавать, потому что слишком уж они сейчас отдалились от той своей стратегии, которую преследовали. Во вчерашних матчах против команды Z
на Метауне. И вот смотрите, смена небольшая у них сейчас идет по ролям, и они решают выйти на вино. В итоге лол дрейд первого игрока, разводящего гидра, оставили на длине. Все, лол там просто сыграет спокойно. Вот вышел единственный, это панда 190, который дал размер парамор, его забрал. Но ситуация это не поменяла. Иван выбывает из боя, и это, по-моему, крэш. Мы также выходим, гидра тоже выходит, и... счет становится 8-7. Ну, тут уже пора задуматься о том, что... что нужно сделать для победы Zed Nation. Увылет. Ну, вот Рока пишет, типа, да. На самом деле, друзья, скажу, открою вам одну тайну, которую мы будем... Как? Ну, не тайну, да. Есть такой момент, когда, например, одна команда проигрывает другой, да, и чуваки специально ливают. Ну, типа, да, чтобы сбить там темп игры соперникам и все такое. Понятно, что это не спортивно, да. Так вот, теперь есть возможность проверить, был ли это краш или был ли это лив. И если это был лив специальный, да, и мы будем об этом узнавать, мы просто пока еще не продумали, как мы будем с этим бороться. Просто мне эта идея пришла в голову, и оказалось, что возможность реально есть. Узнать, крашнуло игрока или нет, то будем смотреть, кто же боится играть честно. Не, в этом ничего такого нет, вообще просто всегда есть тайм-аут. Всегда есть тайм-аут, как бы, в правилах даже вроде он прописан, если не прописан, то его обязательно на сезон Астроладера пропишут, потому что тайм-ауты, они нужны всегда, нужно иметь возможность выдохнуть, потому что если вы проигрываете там 5 раундов подряд, и вы их просто проигрываете, у вас не будет там шансов, да, взять и вылезти как бы в обратку. Вы не сможете дать камбэк без вот этого именно перерыва. Именно в перерывах капитан может, там, не знаю, обсудить с игроками какое-то поведение на каких-то точках, да, объяснить, что сюда нельзя ходить, здесь можно ходить. Ну, и все в этом духе. Ну, и самое главное, всегда в команде все зависит от капитана, именно от капитана, потому что стадо баранов, возглавляемое львом, одержит победу над стадом львов, возглавляемым бараном. Так что, капитаны, задумайтесь. Вообще по жести. Пока что я раздаю баны у себя на странице ВКонтакте, потому что тут вот все хотят продать свои аккаунты. О боже мой. Аккаунты, кстати, продавать нельзя, за это вообще налагается штраф. А еще это наказуемо. Не только штрафом. Так что, такие вот пироги. Ладненько. Ну что, у нас вернулся Иван. Иван готов. Я нажму, наверное, go. Что-то быстро он на самом деле зашел. Если это был краш. Ну и ворвемся в point blank. Как видим, тут практически все готовы. Ой. Не та заставка вылезла. Ну и напомню вам, счет 8-7, друзья. Как мы видим, Zed Nation пытались на одной волне задавить во второй половине своих соперников, но у них это не получилось сделать. Ну, все-таки Бикрип просто в этих быстрых действиях сумели разглядеть ошибки команды Zed Nation, воспользовались ими. Это если суммарно посмотреть на это, на все. Внимание, завтра. Вот сверху в бегущей строке написано, я вообще в шоке. Просто... Ну как, вот это иного стайл, да? Типа, внимание, завтра. Я пока попробую включить ноутбук, в котором осталось 7% заряда батареи. Офигеть, фига себе, он включается, круто вообще просто. Нет, лучше его выключить и не мучить. Ноут. Но у нас продолжается эта встреча, и я надеюсь, что сейчас Zed Nation продемонстрирует себя во всей красе на финале летнего сезона Asus Open. Ну, я, по крайней мере, надеюсь. Вот, если сейчас они возьмут просто несколько раундов подряд, а им нужно всего 2, то я не удивлюсь. Да, панда берет снайперскую винтовку, минусует сразу же Зака. Вот этого не хватало. Но здесь опять отреспа сыграл. Просто вот Зак респнулся, да, он пошел кидать гранату, он ее бросил, да, но он открылся при этом на панду. Панда его минусанул, и все вроде более-менее нормально. Так, лол, вот это аркада на морозе против Вани, просто пули за стенки, а панда просто берет и казнит его сразу, увольняя уже второго парня из команды. Бигрип на этой карте. И в этой половине. Ну и 4 в 2. Вот Рокко должен спасти галактику. Он сейчас это пытается делать на ЦКФ. Не, ну он что, он прочекал. Если кто-то под длиной, ему просто здесь надо...
надо просто знать. Бомба была установлена. Если кто-то там или нет, просто вполне вероятно, что из-за численного преимущества могли оставить одного игрока, а звено из трех или двух игроков могло зайти на Б. Ну и чтобы в спину тебя никто там не зажучил, не прижал, да, мышь не сыграл, то лучше сидеть на месте и ждать. Пусть там бомба попикает секунд там 10, да, но зато сыграете безопасно и уже на пункте выложитесь на все 100, когда будете сам пакет выбивать. Но тут пакет выбить не получится, как я понимаю, просто слишком, реально, слишком много игроков в атаке. Вот если бы 2 в 2 было бы попроще, но вот на 2 в 2 сейчас пытается выйти у нас рок, он не выходит, и как видим, спрей от Тенга заканчивает все, весь этот расклад, счет становится 9-7. И... последний раунд для Z Nation до матчпоинта. Вторая карта, кстати, будет деловой центр, друзья. Вот обычно у нас там ВВГ, еще какое-нибудь непонятное метро и все прочее. Но вот здесь уже все совсем по-другому. Ладно. 4 в 4. Врыв был в ЦКФ. В итоге Лол стянулся, как видим, у нас сейчас бета. Закрыл первого игрока в ЦКФ. Добил вину. Стреляется сейчас он с Тушканом, с последним. Ну вот 10 хп Тушканы здесь, по-моему, не сделают погоды никому. Да, Парамор его спокойно забирает. Восьмой раунд достается команде Бикрип. Быстрый раунд в подлине Z Nation. Не удается разыграть. И... бомба деактивирована. И бомба деактивирована. 9-8. Раунды победы Z Nation. Ну и Бикрип остается один раунд до овертайма. Вот если они сейчас доведут игру до овертайма и при этом выиграют овертайма, то... это будет, вот это будет по-мужски. Вот тогда они просто докажут пацанам из Z Nation, что у них реально стальные шары. Стальные шары хороши, когда они реально стальные, не ржавые. Так. Z Nation решили сыграть аккуратно. Не поняли они, что здесь уже последний шанс просто зацепиться за нужные моменты. И играют пока что медленную игру. Очень медленную. Меня пугает очень сильно Гидра, его поведение на длине. Иван открывает счет в раунде. Дождался он от Лола вылазки. Ой, это вообще был прострел. Лол. Это был прострел. Парамор, аркада. Панда минус Матео. И вот если сейчас Парамора не прочекают, он может зайти и устроить просто марапуп. Но он остается последний, друзья. Z Nation. Серия минусов. Бежит просто резать панду Парамор. Ну тут все понятно. Ну и первая карта за командой Z Nation, поздравляем. Один матчпоинт они получают в этой встрече. Счет 10-8 на первой карте. Матчпоинт уходит к Z Nation. Должна быть смена карты прямо сейчас. Ну а мы к вам вернемся снова после короткой рекламы. И продолжим просматривать финал этого чемпионата.